Вот вы подумайте, сколько в Магнитогорске людей, которые что-то с машинами делают. Таких людей, ну, наверное, десятки, сотни тысяч. Все что-то ковыряются, все что-то придумывают. Я со многими общаюсь. Знаете, такое у меня очень спокойное отношение, когда меня люди куда-то на куда-то посылают. Я говорю, ладно, ребята, я поулыбаюсь, посмотрю, а потом посмотрю, что вы сделали. Честно, качественных людей не очень много. Еще честно, людей, которых я хочу показывать, нету вообще. А самое честное, есть единственный человек, которого я показываю. Да, он делает, я, по крайней мере, доволен тем, что он делает, как он делает и что у него получается. Он работает здесь, на улице Сурикова, 11. Естественно, сюда приехать это гораздо проще, чем можно телевизор посмотреть. Но телефончик я вам сейчас покажу. А еще я хочу вам показать то место, которое здесь находится. То есть здесь сейчас люди занимаются мелкой срочкой. Причем работают со всеми автомобилями. Представляете, какая у меня возможность и приподнять, и продавить тему? Да не каждому дано, а в нашем случае, пожалуйста. Взялись, братцы, и захотели попробовать, прокачать, основываясь на том, чем умеют заниматься. А, пожалуйста. Привели в порядок бокс для тюнинга, инструментики всякие, приспособы, примочки. И поехали! Начнем с движка и машины для формулы. Рено. А почему бы и нет? Это ж вот как получается. Дело в том, что я никогда не показываю теперь уже сервисы. Дело в том, что это все бесполезно. Они слишком большие, они слишком громоздкие. Вот, и они не отличаются качеством. Вы делаете с отличным качеством и при этом с такой ценой, ну, как бы так. Не буду говорить про цену, но последние 5 лет я машину ремонтируюсь у вас. Это почему? Ну, я думаю, потому что мы работаем напрямую с клиентом. У нас нет лишних директоров, бухгалтеров, нету еще какого-то дополнительного персонала. У нас работает человек, мастер, напрямую с клиентом. Поэтому цены ниже и отношения разные с клиентами. Я обратил внимание, что вот сейчас вы сюда, в то место, которое и рекламировать-то уже не надо, зачем. Люди приехали, записали адрес Сурикова 11, либо ваш телефончик, сейчас я его покажу. Вот. А потом уже десятки, сотни, тысячи людей просто с вами работают. Мы сейчас занялись еще новым профилем работы, то есть кроме покраски и жестянки, начали заниматься слесаркой. Ремонтируем двигателя, КПП, вот, можем сделать тюнинг автомобилю, поставить автоматические блокировки в КПП, вот, поставить там заниженные, завышенные стойки, пружины. Ну, весь такой ремонт сейчас сделаем. Я обратил внимание, что это стоит у вас небольших денег. То есть человек просто пошел, купил запчасти, потратил там 1000-2 на установку и поехал дальше. Даже не человек пошел, мы сами ездим для клиента за запчастями. То есть человек просто оставляет машину, обозначает свою проблему на ней. Мы это все устраняем, сами все покупаем, и уже человек приходит за готовым автомобилем. И при этом это не космические деньги. Да, конечно, то есть это все дешево. В магазинах у нас скидки на запчасти есть. Скидки мы все даем клиентам. И у нас цены дешевые. Тут ведь каждому первому надо понять. Удовольствие в автостопе не дешевое. Но надо попытаться. Тем более, если нет возможности перелопатить из ничего в конфетку, то надо по крайней мере сориентироваться и выдать результат. А то, что машинка появится, да и не одна, вопросов-то нет. Главное – желание, а остальное мы придумаем. Это все очень просто. Сделал качественное дело, без рекламы, без всего. Я вам серьезно говорю, ребят, если какая-то козятина сюда появится и будет здесь права качать, я с этой козятиной сам разберусь. Дело в том, что не надо такого делать. Всех подчесывать под какие-то принципы и правила работы. Пускай все делают дела хорошие. А если они делать дело не умеют, тогда вы их и наказываете. А то сюда как-то приезжали всякие там депутаты, депутатовы. Я бы им сейчас показал, кто они такие и зачем они вообще сюда сунулись. А так, ребят, я вам единственное место назову, где я делаю свои автомобили. Как вы думаете, сколько у меня автомобилей за мою почти 30-летнюю историю эксплуатации, а?